Добрый день моим подписчикам моего канала. Лошади и охота как часть жизни. Вот, друзья, и настал сенокос 2024. Вот опять запрягаю свою кобылицу, которая у меня уже, Маруся, в этом деле обучена. Только сел и нажимай педаль. Ну, друзья, вот будя видео, приобрел я себе роторную вот такую зару мотоблоку Беларусь. Вот, друзья, у меня здесь мотоблоку там война. Колос, но немножко переросла, но покуда пришла машинка, скосил на вот на следующую, показано, там меня овес дальше расти, а здесь соток 5 посадил люцерна, посмотрим, что будет. Но пока здесь и зелье, все, но прокидается. Посмотрим, есть, вот видите. Ну, надо ждать осени, все это скошу и уже на следующий. Вот, друзья, и шли дожди до сюда, а вот и вчера, ну, стороной прошел, драки режут, на плечи садятся, пинжак одею, жара стоит 32 градуса. Посмотрим, что. Может, поспею, за дней два успею сгребти и свести немного. Но вот, покажите еще балки, как это коса косить, как высохло. Здесь уже поле такое обитало уже 7 лет сенокос против солнца, но высохло у волка. Это прошло 4 дни прошло, как косил, и оно два раза по одном слезе, что хорошо поподнимало. Где-то соток 20 я в течение часа, но буду подправлять еще. Я два раза прохожу по одним и том же месте. Ну, добро, до новых встреч. Жара стоит, будем работать.